Делаем узнаман с шоколадом и с маком. Раскатываем тесто толщиной 3 миллиметра. Вырезаем кругляшки диаметром где-то, да, где-то 7 сантиметров. На каждый кругляшок мы будем ложить нашу начинку. Вот наша начинка. Это у нас мак, орехи, изюм, немного сливочного масла, 1 стакан воды, немного тертого апельсина, цедратного апельсина, стакан сахара 150 грамм, чуть-чуть соли, можно добавить немного ванили по желанию. Довести до кипения, оставить остывать. И эту начинку мы будем класть в середину каждого кругляшка и защипывать с двух сторон. Получится у нас такие ушки. Духовку мы нагреваем при температуре 170 градусов 10 минут. И будем выпекать их где-то минут 20-25.